Для симметрии мне бы хотелось прочитать, но придется уже не так подробно, одну небольшую книгу Ветхого Завета. У меня есть два для вас предложения. Руфь или Иона? Что вам больше нравится? Иона? Ну, давайте голосование устраивать. Кто за книгу Руфь? Поднимите руки. Я вижу раз, два, три, четыре. А кто за книгу Ионы? Значительно больше. Ну хорошо, она более спорная, конечно, по интерпретации. Тогда давайте почитаем ее. Ну, с книгой пророка Ионы мы уже немножко о ней говорили, просто как о примере проблемы буквального толкования. И почему-то это буквальное толкование обязательно упирается в кита, он же большая рыба. Но там сказано, что это чудо, но так чудо оно и есть чудо. Так что обсуждать, глотают ли киты людей, довольно бессмысленно. Они в известном нам мире этого не делают. С помощью чуда можно объяснить все. Значит, если было чудо, то мог и проглотить. Но проблема с книгой пророка Ионы гораздо более серьезная есть. Это... Покаяние Ниневии, его не было. Более того, мы прекрасно знаем, что Ниневия была разрушена. Об этом и пророк Наум очень хорошо говорит, что она была разрушена именно за свое нечестие. То есть, глотал ли кит Иону, вопрос частный. Он никаких подтверждений или опровержений не может иметь, просто потому что это событие, было оно или не было, оно не оставляет никаких следов. А вот история Ниневии, ассирийской державы, она все-таки имеет определенные исторические свидетельства, и у нас нет никаких оснований думать, что Ниневия когда-то обратилась к вере в единого Бога, что Ниневия когда-то пришла к такому массовому покаянию, но должно было бы все-таки изменить историю этой страны, этого города и страны Ассирии. И, соответственно, была разрушена, взята совместными силами персов и вавилонян, и ничего от нее не осталось. А на смену Ассирийской империи пришла Вавилонская, но потом как раз ее уже, соответственно, те самые персы с медянами и уничтожили. И тогда возникает вопрос, а надо ли нам вообще привязывать книгу пророка Ионы к какой-то исторической реальности. Да, его имя упомянуто. В книгах царства оно есть, но ничего толком про него не сказано. То есть можно воспринимать эту книгу по-разному. Она, ее действие никак не соотнесено с каким-то конкретным историческим повествованием. И прежде чем делать какой-то глобальный вывод, что это, я бы предложил действительно ее прочитать. Но общий сюжет, наверное, все знают, поэтому текст длинный, я прочитывать его сначала целиком не буду. Нам придется идти по абзацам. Это больше, чем послание, поэтому придется быстрее. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину». Так начинаются довольно многие пророческие книги. «И было слово Господне», да, стандартное обращение или не книги, а отрывки, главы этих книг, когда именно с этого все и идет. И дальше это слово. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Опять-таки, довольно стандартная для пророческих книг весть. Другое дело, что все-таки пророков посылают практически всегда, в первую очередь, к еврейскому народу, к израильскому народу. Да, есть пророчество о других соседних городах, и таких пророчеств немало, но вот именно «встань и иди» никогда никого из пророков не отправляли к язычникам.
Они пророчествовали о язычниках, но, во-первых, во вторую очередь, в третью, в четвертую и так далее, а во-вторых, они это делали для израильтян. То есть ситуация уже абсолютно нестандартная. Про злодеяние, да, конечно, это тоже обычная вполне вещь, то, что злодеяния превысили некоторую меру, после которой начинается сначала предупреждение, потом бедствие, да, то есть это тоже для ветхозаветных пророков абсолютно обычное событие. Но необычность начинается с реакции, потому что в любой пророческой книге мы видим, что и было слово Господне к такому-то, и встал такой-то, и пошел, и сказал, и проповедовал, и, как правило, его не послушали, и дальше все было очень плохо. А здесь все ровно наоборот, с точностью до полной противоположности. «И встал Иона». Но зачем встал? «Чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Что такое Фарсис по-еврейски? Тартеш. Таршиш, простите. Или Тартес еще переводят. Мы точно не знаем. Это, скорее всего, некоторая область на западе Средиземноморья. Может быть, они даже точно сами не представляли. Были эти самые корабли фарсистские. Они ходили в том числе по Красному морю. Скорее всего, это дальние корабли. То есть корабли дальнего плавания. Тартес, вероятно, некая финикийская колония на нынешнем Пиренейском полуострове. Может быть, поближе. Точно мы не знаем. Но это самый-самый дальний запад. Западнее уже нет ничего. Океан. Ниневия, соответственно, от Иерусалима, от Израиля, расположена на северо-восток. То есть надо ему идти наоборот, по суше туда, на восток, он отправляется по морю на запад. И пришел в Иопию, нынешняя Яффа, порт, который был известен еще задолго до израильтян, до сих пор остался. И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Ну, то есть он делает просто абсолютно все наоборот. И эти бытовые детали только подчеркивают его непророческое поведение. Пророк должен идти и проповедовать. Да, ему не должно заботиться, что он там будет есть, пить. А тут он, смотрите, правильный порт нашел, корабль там нашел, плату отдал, забрался внутрь. То есть вот такое описание действий, которые в нормальном случае вообще как бы даже не упоминаются. Да? То есть важна его весть. А здесь важны действия пророка, вот постепенность этого его ухода. Итак, он отплыл. Здесь так не сказано, но вошел, чтобы плыть. Значит, опускается момент отплытия. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Великая буря, как явление Божьей воли, опять-таки, вполне известно, может быть, лучше всего известно в книге Иова, когда из бури отвечал Господь, но и не только там. Бури, вообще какие-то явления погодные, природные, они как раз часто изображаются в Ветхом Завете как носители такие Божьей воли, прямого откровения. И интересно, что так оно и здесь происходит. Устрашились корабельщики, взывали к своему Богу, с одной стороны, каждый, они язычники, но у язычников в те времена вполне было принято иметь одного своего Бога. Это не значит, что все остальные не существуют. Но человек посвящает себя одному Богу, приносит ему особые молитвы, остальных так иногда упоминает. И вот именно с ним выстраивает свои отношения. Они, с одной стороны, молятся, с другой стороны, действуют. Облегчают корабль, выбрасывают груз. А что делает Иона? Он спускается во внутренность, он там уже один раз спустился в корабль, значит, еще ниже спускается, и спит. Крайне странное поведение в бурю. Там, во-первых, не уснешь на этом крохотном корабле, который вот-вот разобьется. Во-вторых, пророк, который как раз тогда, когда Бог являет свою волю явственным и непосредственным образом, отправляется спать. В отличие от всех остальных. Очень своеобразное поведение. И что еще интересно, смотрите, его отправили на восток, а он бежит на запад. Ему надо было подняться в горы, а он спускается внутрь трюма, в море.
То есть его движение, оно ровно в противоположную сторону. Это пророк, который все делает наперекор, наоборот. «И пришел к нему начальник кораблей и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибли». Опять-таки, это обычное для пророка дело. Еще Моисей это делал, взывал к Богу для того, чтобы избавить свой народ, своих спутников от гибели. Но делал это, естественно, по собственной инициативе. Роль пророка, она во многом роль посредника, когда, с одной стороны, он людям передает то, что Бог говорит, с другой стороны, перед Богом оказывается за них ходатаем, просителем, а мы такие примеры в пророческих книгах видим периодически. И здесь об этой роли напоминает начальник корабля, язычник, причем говорит о Боге твоем, поскольку полагает, что у Ионы, как у любого нормального язычника, тоже есть свой любимый Бог, и, собственно, предлагает ему присоединиться в порядке экуменизма к этому молению, которое они на палубе устроили, еще ничего об этом Боге не знает. Он здесь, твой Бог, это, ну есть же у тебя какой-то Бог, ну давай действуй. То есть получается, что капитан корабля, он призывает Иона исполнить предназначение пророка, но при этом сам еще не знает, что Иона пророк, и не знает, что он действительно, кому он молится. А Иона не то чтобы этого не знает, он, вероятно, знает, но он делает все ровно противоположным образом. «И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». Ну, это тоже нормальная практика для таких языческих народов, да и в Ветхом Завете мы постоянно видим, как бросали жребий. Урим и Тумим, которые упомянуты в Пятикнижии, скорее всего, были некоторого рода жребиями. Вероятно, один означал «да», другой означал «нет», и, желая узнать волю Божию, каким-то образом ими манипулировали, вынимали их из какого-то одеяния первосвященника, что-то еще с ними делали. То есть, чтобы узнать нечто непонятное, надо бросить жребий из заранее приготовленных вариантов ответа, выбирается один. Точно так же избирали, если вы помните, первого царя Саула, на него указал жребий. Сначала избирали по коленам, потом внутри колена, там, по кланам и так далее. В конце концов, именно Саул оказался. Так и здесь. Видимо, должен был выпасть жребий на кого-то конкретно, он является причиной бури. Вот, кстати, некоторое такое мифологическое сознание, для него это очень характерно, что все природные события имеют некоторую причину, кто-то в них всегда виноват. Я, по-моему, рассказывал про своего маленького сына, который, увидев года в 4, как в лесу упало дерево, завопил, зачем это сделали. То есть происходит что-то неправильное, есть чья-то злая воля, кто-то виноват, вот какая-то есть причина. И здесь примерно то же самое есть, но здесь это оправдано, да, то есть здесь действительно у бури есть свой виновник. «И бросили жребий, и пал жребий на Иона. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, откуда идешь ты?» То есть, смотрите, ситуация бури, корабль вот-вот потонет, груз за борт бросают, не жалея, хотя, вероятно, груз чего-то стоит. Они, вероятно, рассчитывали его продать и этим, собственно, обогатиться. А вот Иона – это человек. Его нельзя бросить так за борт. Вот смотрите, жестокие язычники, а они проявляют к нему человеческие интересы, некоторые снисхождения. Расскажи сначала о себе. Во время бури, там, вот сейчас они все потонут, время ли для рассказов? Но, тем не менее, они видят в нем личность, видят в нем человека, достойного какого-то вот серьезного разговора. Во-первых, его побуждают молиться, во-вторых, его побуждают о себе рассказать. «Где твоя страна, из какого ты народа?» Ну, вполне естественный вопрос. Он сказал им, «Я еврей». Кстати, редкое слово по-еврейски «еврей» обозначает практически всегда израильтянина по отношению к внешнему. То есть сами себя они так не называли, они были сыны Израилевы, там какому-то колену принадлежали, а евреи это практически всегда редко встречается в Ветхом Завете, и практически всегда по сравнению с не евреями, с неизраильтянами. «Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Интересно, что он говорит о Боге именно небес, а не небо и земли, как часто это бывает. Сотворившего море и сушу более понятно, потому что они в данный момент находятся на море и мечтают поскорее пристать к суше.
То есть это для них актуально. Но Бог при этом оказывается Богом небес. Можно сказать, что здесь есть бинарная позиция, что море и суша – это бинарная позиция между собой, море и суша с одной стороны и небо с другой стороны тоже противопоставлены. Но можно подумать еще об одной вещи, что Иона старательно бежит от Бога небес в сторону запада и бежит от него вниз, в сторону моря, туда вот спускается в трюм. Ему надо бы на восток вверх, а он бежит на запад вниз, потому что Бог сверху, и это восток. Вот, кстати, типичное использование бинарных оппозиций при анализе, да, мы говорили о структурализме в прошлый раз. Вот это оно и есть. Это может не называться каким-то образом таким вот явным, но тем не менее, восток, он всегда связан с верхом, там солнце всходит с жизнью, до сих пор у нас на восток алтари обращены, да. Запад, наоборот, связан со смертью, с умиранием, не случайно в Древнем Египте пирамиды строились к западу от дельты Нила. То есть это страна вот, тьмы, смерти и ухода. И поэтому география здесь тоже абсолютно не случайна. И он объясняет им, кто он и какого чтит Бога. Интересно, что он не рассказывает им, какое его занятие. А какое у него занятие? Пророк? И как же в таком признаться? Он, во-первых, дезертировал, как тот самый Анисим бежал от своего занятия. Во-вторых, даже здесь на корабле не очень-то хочет его исполнять. И волю Божью эти моряки должны узнавать не от Ионы, а от слепого жребия. Он мог бы им сразу все объяснить, он этого не сделал. То есть Иона такой образцовый антипророк. И здесь даже пророком не называется, отказывается от этого своего занятия, от своего звания. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». То есть интересная такая перебивка, когда то, что он им объявил, как бы в примечании идет. Сначала они спрашивают его, для чего ты это сделал? Видимо, потому что этот вопрос, он здесь очень уместен для читателя. Читатель тоже знает, что он сделал. И очень важно сразу дать такую главную реплику корабельщиков, сразу показать им главное, что они ему сказали, в отличие от всего остального, что можно в примечании разъяснить. Мы-то уже знаем. То есть повествование всегда различается с точки зрения автора, которую он представляет читателям, да, и точки зрения героев повествования. Корабельщики не могли его сразу спросить, для чего ты это сделал. Сначала нужно было понять, и мы видим по такой оговорке, что он им объяснил, что он сделал. Да? Но для повествователя это все уже известно, и поэтому он сразу предлагает нам главный элемент своего повествования. А второстепенный он дает как вот такую оговорку в конце. Характерно, что корабельщики устрашились, что они, в отличие от Ионы, очень всерьез все восприняли. А Иона, смотрите, на Слово Божие не среагировал, на бурю не среагировал. То есть Иона к Богу относится как к чему-то такому, ну, как-нибудь проскочим, да? А корабельщики-то понимают, что не проскочат. «И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться». В принципе, понятно, что сделать, чего что спрашивают, но они все равно спрашивают. То есть они не торопятся вынести ему приговор. Они хотят, чтобы он сам полностью определил свою ответственность, выбрал меру воздействия на него. И это все в бурю, это все в ситуации, когда вот-вот все потонут. «Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Ну вот тут Иона фактически вынудили к капитуляции. Мог бы сразу так и сказать, но тем не менее, пока вот не прижали его к стенке, он не отвечает ничего. Что интересно, они этот совет его не восприняли с радостью, а могли бы. Ну как же, он сам сказал... Бог на него прогневался, он велел его бросить. Ну как, что еще делать? Погибаем, никаких проблем не будет, да, то есть все абсолютно однозначно. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Все-таки не хотят
Все-таки жалко им человека губить. Но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». Обратим внимание, моряки молятся Господу, они язычники. Здесь они к Богу, как бы, к единому Богу, как бы даже и обратились. Они Его устрашились, они Ему взмолились, они стремятся исполнить Его нравственные какие-то установления, то есть не проливать невинной крови. Ну, правда, в море никто кровь не проливает, но это здесь, конечно, оборот речи, это метафора, означает просто погубить невиновного человека. То есть получается, что Иона самим фактом своего существования их обратил к вере. Он очень старался ничего этого не сделать. Он всячески бежал, уходил, отмалчивался, и все равно получилось. Да? То есть и все равно каким-то образом Господь его использовал для того, чтобы их обратить. «И взяли он и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом». Опять устрашились уже, видимо, не потому, что буря, когда буря, понятно, страшно, а тут море-то утихло. То есть они устрашились уже непосредственно Господа, Его воли, Его величия, Его власти над миром. И принесли Господу жертву и дали обет. То есть закрепили, что называется, свое ситуативное обращение, когда погибнешь, что каких только слов не скажешь, да, а когда вот уже потом они приносят жертву, значит, это они всерьез отнеслись к этому Богу, которого они раньше не знали, о котором не слышали, и которого имя даже им из Ионы пришлось клещами вытаскивать. Очень странный пророк, да, то есть обычно мы видим все ровно наоборот. Пророк идет, проповедует, никто его не слушает, все равно все продолжают свое делать, потом получают за это наказание, а тут ровно зеркальная ситуация. Пророк ничего не хочет делать, никому ничего не говорит, пока из него буквально не вытащит, а все равно все выходит сразу. Все равно его миссия, которую он совершенно не собирался исполнять, успешна. Здесь, наконец, у нас появляется большой кит в синодальном переводе, потому что он по-гречески кит, а по-еврейски он большая рыба. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Но мы уже говорили об этом стихе, о том, как он используется в Евангелии. И если 3 дня и 3 ночи – это некоторая такая, ну, скажем, фигура речи, да, про Христа, по крайней мере, мы знаем, что это было не буквально 3 дня и 3 ночи, а меньший промежуток времени, просто он на 3 суток пришелся. Так и здесь мы не знаем, это что было действительно 3 раза по 24 часа или какой-то другой промежуток времени, и как вообще Иона мог в чреве этой самой рыбы сохранять отсчет, или потом, когда оттуда выбрался, с календарем сверился. Мы не знаем этого, но, может быть, 3 дня и 3 ночи – это действительно некоторое такое выражение, которое означает период достаточно долгий, да? Который проходит для человека, это не минута, там, не час, это вот какой-то срок его жизни. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал». Вот здесь пророк начинает действовать. До сих пор у него были гораздо более благоприятные условия, теперь ему приходится молиться из чрева кита. Да, то есть там, где совсем это неудобно делать, но уже ничего не остается, уже дальше прятаться некуда. Обратим внимание, что он бежит на запад, вглубь, вниз, он там и оказывается, вот глубже уже некуда. Он в чреве кита, в глуби моря. Ты этого хотел, ты это получил. И тут он понимает, что все-таки не очень все хорошо, и дальше идет его молитва, она стихотворная, но по-еврейски, конечно, нету рифмы, даже нет четкого размера, есть созвучие и ритмические повторы, мы в русском переводе этого, как правило, не видим. Эта молитва, она похожа на псалмы, на многие другие молитвы, она достаточно самостоятельна. И она, обратим внимание, тоже литературная условность, она не столько есть момент во времени, вот в этой молитве дан не столько один момент во времени, сколько вообще вся история Ионы, который попадает внутрь кита и который потом из него выбирается.
«Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Ну, тоже такие похожие на псалмы, на многие другие места строки. Это параллелизмы, конечно, то есть повторы, в данном случае повторы примерно одного и того же, хотя есть некоторое развитие. Мы видим, что даже перемена лица есть. Сначала о Боге он говорит «Он», потом говорит «Ты». Постепенно появляется нечто более близкое, нечто более личное и живое. Чрево преисподней, собственно говоря, для него это пребывание в чреве кита, это и есть преисподняя смерть, то есть пространство, где он не живет, пространство, где он умирает. Да? Преисподняя – это шеол по-древнееврейски, это не место наказания грешников, а скорее мир мертвых, куда все попадают. «Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мной». Ну, опять-таки, это не совсем буквально точно. В море его ввергли моряки. Но Бог, конечно, был тем, кто пожелал этого, тем, по чьей воле это свершилось. И поэтому, действительно, буквально здесь написано «ты вверх», хотя понимается это немножко иначе. И, конечно, здесь тоже есть поэтическое преувеличение, метафора есть. Глубина – это сердце моря, потоки вокруг, преувеличение – все воды твои, волны твои проходили надо мною. Ну, наверное, не все. В море довольно много воды, даже в Средиземном одном, и волн там много. Не все они, конечно, прошли, но имеется в виду, что вот они там вот надо мной, как некое множество, да, как вот вся эта толща воды, все вот то, что надо мной, оно все как единое целое представляется. Они буквально, опять-таки, если это читать буквально, то получится, что вся вода, которая есть на земном шаре, оказалась над его головой. Это смешно просто. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». Вот одна уверенность, которая есть уже в тот момент, когда человек начинает молиться. Уверенность в том, что эта молитва сбудется. Можно, конечно, немного иначе перевести, сказать, что не я увижу, как нечто гарантированное, стопроцентное, но скорее только бы мне увидеть, поскольку эта форма имперфектная, она может обозначать и будущее, но гораздо чаще обозначает пожелание, пусть будет что-то. К тому же будущее, оно всегда расплывчато, не случайно, поэтому в древнееврейском языке как раз одна и та же форма обозначает пожелание и будущее, поскольку о будущем мы только можем высказывать свои пожелания, мы не можем быть уверены в нем. Так что, может быть, здесь не очень точно русский перевод синодальный нам дает. Однако, в любом случае, он эту идею возвращения, эту идею новой жизни для себя, он уже здесь высказывает. Это не просто просьба, это уже некоторое волеизъявление его. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя». Опять-таки, это поэтический язык. Если он в чреве кита, то там морской травы внутри кита нет. Конечно же. Это если бы он на дне лежал, у него вокруг была бы морская трава. Но это образ погребения. Морская трава, как пелены, обвивают его лоб, то есть он находится в этом ките, как в могиле, и водоросли, как такой саван, его обвили. Хотя понятно, что физически невозможно одновременно то и другое. Это поэтическая речь. А что значит «объяли воды до души»? «Однавши» по-еврейски. «До нефиш». Дыхание. Вот. Вот, дышать нечем. Уже заливает. Вот, вот из последних сил он тянется. Да, и сейчас уже захлебнется. А с другой стороны, «нефиш» – это душа, это жизнь. Мы слово «душа» обычно употребляем в таком греческом смысле, как греческое «псюхе». Человек состоит из души, тела и духа. Вот душа – это одна из составляющих. А еврейское «нефиш» – это в том числе и тело, это одновременно дыхание. Понятно, когда человек дышит, в нем есть душа, когда дышать перестает, все. Уже не только дыхание, но и живой души в нем не остается.
И вот это вот до души, это действительно, с одной стороны, чисто физическое состояние человека, который захлебнется сейчас. С другой стороны, можно это понять как какую-то скорбь, как вот такой момент умирания. Вот сейчас я умру, да, или сейчас вот мне так плохо, что душа моя, она тонет в этой воде. Бездна заключила меня, та самая тегом, которая была при сотворении мира, мы о ней говорили. И можно тегом понять как просто метафору моря. То есть бездна, ну по-русски оно и есть бездна, по-еврейски такого, конечно, значения нет, но слово тегом — это что-то очень первобытное, могучее, такая сила хаоса, которую действительно применяли, вот глядя на материальный мир, прежде всего к морским водам. И он, с одной стороны, буквально в этой воде находится, в море, внутри. И, с другой стороны, в переносном понимании, это такая вот бездна хаоса, это вот что-то такое совершенно чудовищное, что вокруг него и откуда ему не выбраться самостоятельно. «До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня». Смотрите, он в море, но говорит о земле. То есть он уже описывает себя как находящегося в подземном мире, в Шеоле, в этом самом. Они полагали, что он под землей находится. Вот он в море, но над ним основание гор. Значит, он в каком-то таком мире, над которым этот земной мир, собственно говоря, и стоит. «Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Но опять здесь непоследовательность синодального перевода, то преисподнее, то ад, а имеется в виду тот самый мир мертвых. И опять-таки, изведешь, то ли это пожелание, то ли это суждение о будущем, мы не знаем, но вновь вот с описанием бедствия, с описанием этого тяжелого положения соседствует волеизъявление или вера в то, что оно однажды, даже очень скоро прекратится. А дальше некоторый перелом в молитве. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Это уже не форма имперфекта, это форма перфекта. То есть говорится об этом как о состоявшемся событии, хотя в поэзии могут употребляться формы те и другие глагольные, иногда взаимозаменяемые, без какого-либо смыслового различия. Но, тем не менее, если брать нормативное значение, то получается, что здесь Иона, с одной стороны, молится, с другой стороны, он эту молитву уже называет услышанной. Почему я и говорю, что молитва, как и псалмы многие, обнимает и начало, и конец, да, то есть эта молитва не есть некий шаг к цели, она одновременно весь путь, да, то есть начиная молиться, он говорит о том, что происходит, заканчивая молиться, он уже уверен в том, что он услышан, и ответ получен. Да? Вот такая особенность, можно назвать это литературной условностью, договоренностью между автором и читателем. Можно назвать это такой верой в то, что всякая произнесенная молитва обязательно воспринимается, и на нее обязательно дается так или иначе ответ. Молитва дошла до святого храма. Имеется ли в виду Иерусалимский храм или, может быть, небесное святилище? Трудно сказать однозначно, потому что и в Ветхом Завете, и уж тем более в Новом, мы видим это представление о земном храме как о тени небесного дворца, небесного святилища, в котором обитает Господь. Но, может быть, здесь все-таки имеется в виду и земной, потому что Иона уже говорил о своем желании взглянуть на этот самый храм. И в любом случае, если дошла до Господа, то на небе ли он или в этом земном храме? В земном храме только в некотором смысле Соломон, кстати, при освящении этого земного храма, это достаточно четко проговаривал, что небеса небес не вмещают в себя, Господи, но этот храм будет знаком Твоего присутствия. Не местом, где ты вот залез туда, и все, и больше тебя нигде нет, а местом, где твое присутствие будет особым образом
нами восприниматься, ощущаться, переживаться. И в этом отношении даже Соломон уже, по сути, сделал эту заявку на представление о земном святилище как о копии, о тени, об отражении небесного святилища. И дальше, интересно, чтущие суетных и ложных богов оставили милосердие своего. Это, собственно говоря, про моряков, что ли? Так они, оказывается, уже не совсем чтут суетных и ложных богов. И они его совсем не оставили, это и он его оставил. С больной головы на здоровую, что называется. Или это он про Ниневию уже говорит, то есть уже начинает рассуждать о цели своего путешествия. Кому это он идет, по какому поводу идет. А это потому, что они оставили. Можно и так понять. Во всяком случае, здесь как раз пророк начинает выступать более или менее, как и положено пророку, то есть он начинает проповедовать Едино Божие и обличать много Божие. Милосердного своего, но по-еврейски там слово «хесед» – это не только Бог, это может быть скорее даже отношение с Богом, это понятие, которое переводится то как «милость», то как «верность», то еще разными другими способами, даже в достаточно дословном синодальном переводе, но более современные переводы дают, конечно, и многие другие его значения. То есть это не просто некоторый акт милосердия, но это некая линия поведения, это верность, любовь, если хотите. Это то, что человек по отношению к своему Богу испытывает, и не просто испытывает, но проявляет на деле. И вот эти чтущие ложных богов, они оставили свою верность, свою вот эту линию поведения по отношению к подлинному Богу. Интересно, это как? Они же язычники, они в него в любом случае не верят, так что они там могли оставить? Но, видимо, предполагается здесь, что вера, она изначально вера в единого Бога, а язычество – это есть напластование. Эти люди, может быть, лично даже никогда и не знали о едином Боге, но они изначально-то как-то к нему скорее расположены. И пример моряков это показывает. Как только им представилась возможность, они принесли жертву, дали обеты, то есть приняли веру в единого. И он, на самом деле, здесь это и говорит, что язычество – это отступление от единобожия, не более того. Что, конечно, дает большую заявку для его дальнейшей проповеди в Ниневии. А раз так, то здесь он этого еще не говорит, но дальше оно так и выйдет. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». Ну, опять-таки, очень важное и для пророков нередко встречающееся утверждение, что жертва – это не обязательно животное, которое забивают, которое сжигают, но это может быть и хвала. «Что обещал, исполню». Собственно, он еще ничего не обещал, но, может быть, в этот момент он говорит о исполнении своего предназначения, исполнении Божьей воли, исполнить то, что от него и требуется. И дальше добавляет: у Господа спасение. Спасение. Что вполне понятно. С одной стороны, для Иона спасение, из кита выбраться. Ну и для Ниневии, видимо, тоже. Для чего он туда отправляется? В чем смысл его миссии? Спасение принести? Хотя потом он захочет это спасение для себя одного оставить. Но тут молитва и сразу ответ. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вот в этой книге все происходит моментально. Моряки бросили Иону в море, море утихло, они принесли жертву. Иона помолился, Господь велел киту его извергнуть на сушу. С Ниневией потом произойдет абсолютно то же самое. «И было слово Господне к Ионе вторично». То есть первое слово было попрано, растоптано. Вторая попытка. Практически то же самое. Но требуется новое назначение. «Встань, иди в Ниневию, город великий,
и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Ну, на 3 дня ходьбы такое сложное выражение. То ли обойти его можно было за 3 дня кругом, но тогда это огромная территория. То ли это по нему пройтись можно было в течение 3 дней, то есть пока там каждый закоулок посетишь, что 3 дня пройдет, тоже все равно большой город. Ну, я не знаю, в пределах там, если не Бульварного кольца в Москве, то почти, да, потому что, скажем, Кремль и Китай-город за полдня запросто можно обойти каждый уголок. А может быть, он в дома заходил, тогда это гораздо больше времени занимало. Но размер ли здесь города назван? Смотрите, 3 дня он пробыл во чреве и 3 ночи, и 3 дня он ходил проповедовать. То есть некоторое такое символическое число. Вот сколько он просидел там, столько ему теперь надо, наоборот, действовать. Еще интересный оборот. Город великий у Бога. В Ветхом Завете встречается несколько раз вот это «великий у Бога». Нимрод, например, был таким охотником великим от Бога. Но это не просто такая превосходная степень, очень-очень великий, хотя, конечно, Ниневия была очень крупным городом. Но в каком-то смысле это указание, что Ниневия тоже у Бога, да, что и она к нему относится. Что и он это думает, это все язычники, это все вот, лучше туда даже не ходить. Ну, а потом Ниневия – это столица Ассирии. И Ассирия – это естественный враг, это государство, которое уничтожило 10 северных колен, собственно, Израильское царство. Вторгалось в Южное, осаждало Иерусалим. Ниневия – это что-то вроде Берлина в 1943 году, например, да, для жителей там, Советского Союза. Какой-то такой город, куда вот соваться ни в коем случае нельзя, туда только если с огнем и мечом прийти и все там разрушить, наконец. Вот так и здесь. И вместе с тем Ниневия оказывается городом великим у Бога при всех этих своих качествах. И начал он ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Снова срок, снова число символическое, 40 дней. Время перехода, испытания. 40 лет в пустыне. Израильтяне. 40 дней, скажем, уже в Новом Завете Иисус постился, да? Вообще 40 – это такой срок, когда проходят некоторые испытания. 40 лет в пустыне, 40 дней на Синае, всюду, где надо дождаться чего-то вот серьезного, какой-то перемены, какого-то большого события, в течение 40 чего-то люди этого ожидают, люди готовятся. И так и здесь Бог им дает ровно 40 дней. Тот же самый период подготовки. А по итогам посмотрим. 3 дня – это краткий промежуток, да, когда что-то вот происходит, но такое быстрое. А 40 дней – длинный промежуток, когда есть время подумать, подготовиться, что-то изменить. «И поверили ниневитяне Богу, объявили пост и оделись во вретище, от большого из них до малого». Ну, что такое пост? По-русски сейчас уже это слово употребляется в основном значении есть, кушать что-то не мясное, не молочное. Для них это, естественно, полный пост, то есть отсутствие любой пищи и не всегда, но обычно воды. Правда, в течение краткого времени, так долго не проживешь. А вот здесь они ровно это и сделали. Вретище, рубище, мешковина, то есть наиболее грубая ткань, которая существовала, они снимают обычную свою одежду и оборачиваются в лохмотья, в обноски, в мешок какой-то, да, то есть не совсем голый, но и одежды это не назовешь. От большого до малого, возможно, идет речь о возрасте, но вряд ли. Скорее речь идет о социальном положении. Тем более, что дальше там упоминается как раз самый большой, то есть царь. Это слово дошло до царя Ниневии, он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. То же самое сделал в свое время Иов, сесть на пепле, на том, что выброшено из очага, из жилого дома, значит,
себя на помойку выбросить, да, то есть показать, что ты уже не входишь в сферу обычной человеческой жизни. И здесь он тоже снимает царское облачение, встает с престола, то есть снимает царское достоинство. И как и в случае с моряками, обращение мгновенное, обращение полное, то есть никаких сомнений, ничего нет. Вот эти люди действительно поверили Богу, вот действительно все сделали как надо. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, издает такой приказ, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу. Пожалуй, единственное в Ветхом Завете, да и в Новом, упоминание поста для скота. Поста, которым постятся одновременно люди и животные. Лучше не повторять, конечно, на практике. Чтобы покрыты были вретищем люди и скот, то есть на скот даже распространяется этот обычай одевать какую-то особую ткань. И крепко вопияли к Богу. Можно себе представить, как голодный скот будет крепко вопиять. Но это тоже часть этой молитвы, да, то есть, оказывается, они вместе все абсолютно. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, да, то есть тоже очень важная деталь, что пост сопровождается полным деятельным покаянием, да. Идеальная абсолютно картина, то есть вот обратились все полностью, сразу, моментально. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Ну, как видите, проповедь Иона имеет такой же огромный успех, как его не проповедь в случае с моряками. Только здесь уже он по месту назначения прибыл и, собственно, то и сделал, для чего был послан. А, казалось бы, хэппи-энд, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет них, и не навел. Тоже здесь целое богословие пророчества, что пророчество, оказывается, это не автоматическое предсказание будущего, это объяснение возможного пути развития событий. Но у человека остается свобода этого пути избежать. Что смысл пророчества как раз в том, чтобы ему этот путь подсказать. Но хэппи-энд не для всех такой уж хэппи, счастливый. Для Иона, в частности, он не очень хорош. И об этом следующая глава, которую легко можно было бы опустить. Книга без нее вполне была бы логично закончена. Эта история не проповеди и проповеди. Но четвертая глава, собственно, дает главное, дает ключ к какому-то глубинному пониманию всей книги. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Рав Хесед ве Орахапаим, долготерпеливый и многомилостивый, то есть обильный этим самым хеседом, который оставили язычники, и далекий гневом буквально. Эти слова мы встречаем в некоторых местах псалмов, в пророческих книгах, как восхваление, как благодарность Богу. «Господи, ты вот такой, как это замечательно!» А Иона говорит: «Ну да, я же знал, что ты вот такой. Ну я и бежал, что мне было еще делать?» То есть все наоборот, да? Значит, Ионе не нужен Бог милостивый, долготерпеливый, ему нужен Бог мстительный, жестокий. Многие, кстати, говорят, Бог Ветхого Завета именно таков и есть. И ересь Маркиона, который придерживается на практике довольно многие наши современники, никогда не слышав его имени, она вот ровно в этом и состоит. И мы видим, что в Ветхом Завете в самом обыгрывается эта ересь, да, то есть Иона в данный момент в эту ересь и впадает. Он говорит: «Нет, ну нельзя же, чтобы ты был долготерпеливым, многомилостивым, это что за безобразие, так вообще не годится. Все наоборот, должно быть жестокий, карающий, чуть что сразу молнии с неба. А если так, то я бежал в Фарсис, да, то есть я тогда от себя отказываюсь, я тогда как можно дальше от себя хочу отказаться. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня». Интересно, он только что побывал в преисподней, по его собственным словам, и опять туда хочет.
такой вот капризный человек или такая депрессия у него глубокая. То есть ему все хочется о смерти. Ибо лучше мне умереть, нежели жить. То есть вот такая серьезная претензия напоминает книгу Иова, где, кстати, жена советовала Иову совершить ритуальное самоубийство, то есть произнести хулу на Бога, после которого он, конечно, умрет. И он, в принципе, нечто подобное здесь и делает. Он как бы не совсем хулу произносит, но в книге Иова тоже не сказано хула, это мы читаем как хула, там буквально сказано «благослови Бога и умри». Так вот он здесь так благословил Бога, что после этого только молнию с неба и ждать, дескать, ты ну такой уж, что прямо с тобой иметь дело не хочу, лучше меня убей, да? Говорит и он Богу. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Тут синодальный, конечно, так довольно вольно переводит. Может быть, лучше... Ну, неважно, сейчас не будем даваться в эти тонкости. В общем, смысл в том, что Бог ему в любом случае задает вопрос. Хорошо ли это? Правильно ли это? Скорее, так стоит перевести еврейский оригинал. Неужели в самом деле это так? Да? Но совершенно по еврейской этой поговорке, что Рэбби, почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос, а что вам не нравится? Господи, почему так ты себя ведешь, а что тебе не нравится, а почему ты так сильно огорчаешься, да? И он на это ничего не отвечает. Он уходит. Вышел он из города, сел с восточной стороны у города, то есть, смотрите, до сих пор он на запад двигался, теперь на восток идет. Во-первых, на восток в Ниневию, куда ему надо. Во-вторых, к востоку еще от Ниневии, то есть идет движение к солнцу, кверху, да. Он такой пламенный, яркий. До сих пор он был холодный, безразличный, как морская медуза какая-то, да. А теперь он, наоборот, его аж нетерпение разрывает. Ему нужно, чтобы молнии с неба, чтобы вот так все было. Он, наоборот, в другую крайность впал. И это соответствует его движению в противоположном направлении. Эти направления не случайны. Восток – это сторона солнца, сторона света, сторона Бога даже, можем так сказать. Он к ней идет, у него к Богу претензии есть. До сих пор он бежал, теперь высказывает претензии. «И сделал себе там кущу, то есть шалашик, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Ну, понятно, лето, видимо, было, хотя это нигде не указано, солнце. Сидеть на солнцепёке тяжело, значит, какой-то шалашик примитивный, который на скорую руку можно сделать. Но, видимо, плохо получилось, с шалашиком не хватило тени. «И произрастил Господь Бог растения». Вот смотрите, Господь Бог здесь прямо и непосредственно участвует во всех действиях природы. И природа – это его инструмент. И буря там была, и кит там появился, и растение выросло, и червяк потом появится. Что за растение, неизвестно. По-еврейски оно называется кикайон. А как его перевести, никто не знает. Есть там разные предположения, что это разновидность тыквы, кое-что еще. Но нет таких растений, которые за день дает достаточно тени. Возникает за день, и уже можно под тенью прятаться. Нет таких в природе растений. Как нет китов, глотающих людей. То есть, как хотите это понимаете, как описание чуда чудесного, или как... некоторый такой вымысел, некоторую такую притчу, не вымысел, лучше сказать, а притчу, рассказ о том, что в принципе могло бы произойти. Мы к этому еще, наверное, вернемся. «Чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его». То есть такой несколько ласковый примиряющий жест, да, как там ребенка погладят, ему какую-нибудь конфетку дадут после того, как он обидится, да. Так и здесь Господь с Ионой поступает. Иона весьма обрадовался этому растению. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти». Ну, действительно, кто бывал в тех местах, знают, наверное, что такое хамсин, ветер из пустыни. Действительно очень жаркий, находиться на улице трудно, моментально все высыхает. Просто тяжело. Летом очень тяжело. Вот он и подул.
что он изнемог и стал просить себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И повторил, собственно, снова то, что сказал. Но если там причина – это милосердие Божие, то здесь причина вполне физическая. Он изнемогает от зноя. И с другой стороны, смотрите, он хотел этого, он шел к свету, к пламенной ярости такой, к огню, к востоку. Вот он получил восток, свет, солнце в полном объеме, да, и не может этого выдержать. И оказалось, что это слишком много для него, что просто физически не может. Однако диалог продолжается. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» На этом вопросе заканчивается книга, то есть никакого ответа Ионы мы не видим. Он нам абсолютно не важен. Стал ли он с ним припираться, признал ли он свою неправоту, как он вообще теперь отнесся после этих слов к тому, что Ниневия сохранилась, сказал ли он: «Ну, как хорошо, вот и я тут выжил, и в Ките, и под солнцем, и Ниневия выжила, вот, Господи, ты долготерпеливый, многомилостивый, и я рад этому, да, теперь я этому рад». Потому что, в конце концов, по отношению к нему Господь точно так же действует. Долго терпит и много милует. Но с этим все понятно, мораль ясна, тут нет, конечно, никаких загадок. И сам язык, он подобен языку притчи, да, то есть сопоставляется. В Новом Завете мы таких притчей будем видеть очень много. Недели малые птицы продаются за один ассарий, да, а из них ни одна не упадет на землю без воли Отца Небесного. То есть такие вот аналогии, когда берется нечто малое и говорится: а раз с малым это верно, то уж тем более с большим. Да? Так и здесь. Если растение достойно жалости, хотя мы понимаем, что в данном случае растение лишь утилитарную жалость вызывает у Ионы, вот с растением ему лично было хорошо, без растения ему стало плохо. Но Господь это подает как жалость у растений, да? Переиначивая его восприятие. Thank you.